Доброе утро. Ну чё, как у тебя там с зубиком? Покажу, что фея принесла. Тебе всё-таки фея даже нашла? У Насти тебя фея нашла? Да. Ничего себе! Нет, вот это да, не надо так говорить. Тома, куртку снимай. Моя сладкая. Совсем беззубая. Совсем. А что же они в школе? У нее выступление. О, о. Как раз. Ее надо заплести на я русский. И надо это, накрасить ее. Том, это пейте. Ну, Томка теперь вся богачка. У нее каких только денег не накопилось. Вчера были в Пятерочке. Этот бедный ребенок. Она ходила. Она не знает, что выбрать. Понимаешь как? Мне бы в моем детстве дали денег, я бы все подряд скупала. Он сам упал. Сам упал? Когда уже расти начнет? Ты его открой. Да, пускай говорит. Кеш, вылетать будет? Кеша. Иди к папе, он тебе куртку снимет. Только вот смотри это, а? Челочки надо уже это, вот так вот закреплять. Глаза не лезет еще? Нет. Челика на меня уже спала. Да? Покажу. Я уже сделаю. Вон они как спят. Она положила руку. Расслеглась на вам месте, и мне я еще не вывалилась. Какие девочки красивые, Настя мне вчера еще прислала. Папа, ты Женя! Ты чего? Да не смешно. Не смешно. Ну все, Настя, будешь кушать, пить чай? Ну тогда иди заплетай Женьку, да накрась. Отец увезет ее. А ты будешь кушать? Таблетку не давала? А, нет, у меня таблеток же. Я же целую упаковку тебе дала, рядом с твоими положила, сказала, пусть а тебя... А я даже не знала, что ты их там положила. Молодец, Кеша вылез. Да, Кеша, ты вылез? Хороший мальчик, хороший. Закрываем дверь. У нас тут как неудобно, вот маленькое это пространство, а без этой двери никак, мы на вечер постоянно закрываем на ночь. Там прохладненько, а тут нормально. Вот, Настенька уже. Да, вот этот сериал, нужно мне скорая помощь. Я раскачала смотреть. Терпи, казак, а то мамам Женя говорит, мам, а если я еще короче подстригусь, волосы слишком густые, я говорю, ну густота-то не уйдет. Ой, мне бы ваши проблемы, волосы ее густые. У меня, кстати, когда маленькая была, ну у меня долго были очень густые, красивые волосы. Куда все делось, куда? Не знаю, что такое густые волосы. Не, ну знаю, во время беременности у меня была шевелюра хорошая. Угу. Ну, сейчас подкрасит. С Галиной должна прибежать. Они тоже пойдут на митинг. А что за митинг? Там что-то освобождение или не годы. Нет, это станица вроде как нашей, латышской. Вот, связала спинку. Тут убавлять ничего не буду. Рукав тоже прям сюда вот так сделаю. И вот думаю... Тут тоже ровненько перед свяжу, и тут какой-нибудь беленький этот цветочек или имя ее, все думаю. Не хочу я никакими узорами. Ой, богатейка. Она такая тоже вчера зубы выглядела. Так, у меня уже много денег. Много денег, хорошо. О, слышишь, что растет там деньгами? Ой-ой. Когда тратить не на что только, да? Там. А Женя с Сашей в
первый же день тыр-пыр-тыр-пыр, все сразу потратят. Мам! Женька уехала, папка отвез. А они чехлы поменяли. Женя увезла Сашин костюм. Я позвонила Васе, мне, чтобы привезли ее. Сейчас он подъедет, отдам. У нас похолодание обещают, снег. Тая, жди, жди. На улице плюс 4, наверное, прохладно. Ага, 10 минут осталось, папка у нас ездила. Нет, еще за Женей. Заодно Дарину забрали. Маму я не забирала. А, у них еще мама. А, ты сама пришла? Света. У них еще 5 минут. У них еще 5 минут. Я видела Женю, Дарину. Все, Женя говорит, ой, как всем понравилось. Да уже всем понравилось. Жмай на классике говорили, вообще классный номер. Ну, я так поняла, что этот танец последний раз они выступали и закрывают его. Почему? Сейчас они, ну, вы танцы. Сегодня мам занятие будет. Будет все равно, да. Занятие? А, ну Калинка ладно. Маленькая, потому что Калинка маленькая у нас будет, потому что, ну, мы скоро тоже выступаем. Калинка. Ну, я говорю, что с новыми танцами уже будут выступать, а эту, этот танец они закрывают. Это мы еще не будем с ним ездить, там в феврале, которые планировали с этим, с белорусским, а остальные в Ладожской будем танцевать новые. Мама, а можно новый год возьми? Ну возьми, а куда ты собралась? Магазин. Подождите уже Сашу, подождите Сашу. А, он летает. Киська, ты летаешь? Ну-ка закрой дверь. Тут так, выходите сюда. Сидит, блин, я пугаюсь. Ну. А если он нападет на меня? Как он нападет на тебя? Нет, ничего не будет. Это же бабочек будет. Ты на 2 месяца. У меня от школы, а от физры. Ох, если бы от школы Саша, наверное, тут летала бы от счастья, да, Саша? Девчонки собрались идти прогуляться, нарядились одинаково. Вообще иногда у них такое бывает, нарядятся одинаково. У Тома только футболка чуть-чуть похожа по цвету. Ну нет, ладно. Футболка же такая, как немножко темненькая. Ага. Такая же, да. Девчонки пошли в магазин тратить деньги. Нет, они не одинаковые. Саша немножко светленькая, а Женя немножко темненькая. Да, одинаковая, можно сказать. Светленькая. Потом, когда придете, оденете гуляшные куртки и погуляете с собакой. Угу. А мы можем, пока в магазин ходим, мы ее можем во дворе отпустить погулять пускай. Нет. Собакой надо бегать. Да. Все. Вперед из песни. Жене еще глаза накрашены. Ты умывалась? Да. Съездили, мы купили мясо. Будем сегодня с Васей в автоклаве делать тушенку. Также купили яйца. Хотим завтра пирожки на печь. Поэтому побольше взяли. У нас закончился сыр, помидоры. Взяли вот такой тоже сыр с ветчиной плавленый. Очень удобно, когда дома есть. Можно утром завтракать. Молоко у нас закончилось. Взяли молоко. Колбаску вот такую полыковую. И разных макарон набрали. Хотя у нас есть там что поесть. Но Саша попросила, говорит, мам, свари макароны с подливкой. Курицу я, кстати, тоже уже достала. В общем, сейчас Саша выберет, какие макароны мы сварим. Какие? Вот эти? Да. Ага. И взяла немножко зефир. Все, вот такие у нас покупки. Сейчас мы покушаем и на ужин уже сварим макароны с подливкой. Угу. Уроки сделали, девчонки? Да, я сделала. Ой, Саш, кстати, дай мне домашнее задание. Ага. Тома сейчас буквально через 20 минут уже едет на танцы, потом Женя. И все на сегодня? Да. Угу. Женечка, уроки делать. Или ты кушать с нами вместе будешь? Не будешь? Нет, я все понимаю. Кто идет? Скажи привет, бабе. Соха.
И мой сладкий пирожок. Ой, ой, смотри, разувается, разувается. На что она поехала домой, приехала, там воды нет у них у какая-то. У нас Хасвердова, вот улица, которая очень популярная, она вся затоплена, там прям глубоко вода. А говорю, завтра будет, сегодня приехать. Ну, завтра должны были приехать, сегодня приехали. Попробуют завтра от нас уехать в садик. Получится, уедут, не получится, так и останутся у нас. А? София, не останетесь у нас? Нет. О, не, говори. Ты хоть понимаешь, что тебя ждет завтра? Не. Так облизнула руку. Ну, как в садике дела у тебя? Мы сегодня хвалили. Кто молодец? А я, говорю. Ой, сейчас будешь с Оливкой. Мама, меня же Настя после танцев заберет. Хвалили. Да посмотрим сейчас. На занятия ходит, все делает. Ну, на танцевальная ходит, все делает. Ну, даже поделки мамка мне присылает, какие она поделки делает. На кухню пойдешь? Там нет никого. Свет включай. О, там Дарина, а что без света? А, попугая хотят на место поставить. Ну ладно, доченька, давай. Раздевайся. Сегодня у нас. Завтра у нас. День подготовки. Мама, закинь в свеку. Да. Посылку Диме будем собирать уже конкретно. Послезавтра Настя с папкой повезут. Софийка у нас завтра будет. Ну, в смысле, что послезавтра. Сейчас буду тоже стирку заправлять. Надо будет его постирать, правда, грязный. Принесли мы уже банки, Настя моет. У нас все друг за дружкой тянется, тянется, пока кушать приготовил. Пока на танцы детей увезли. А кинулись. Пуговиц. То лука нету, то перловки нету, то еще чего нету. Да. Короче, вот. Помыли автоклав, 100 лет уже он тоже у нас стоит. Ой. Ничего не готовили. Просто забыл кинуть все. Что случилось? Прочитала сообщение ее? Нет. Черт. Это фильм, что ли, смотрит? Ну, по крайней мере, телевизор работает. Все, поставили мы. Совсем закрутилась, забыла поснимать. Ну ладно, потом покажу результат, что у нас получилось. Вот. Сейчас уже будем с вами прощаться. Посмотрю, где кто. Ой, у нас кругом свет горит. Настя тут играла. И Тома играла. Девчоночки тут в телефончиках сидят. Ладно, доченьки, еще минут 20 пойдете, не пойдете, не знаю, чай пить. И уже в школу готовиться. Уроки все сделали, да? Да. Ну все, пока. Всем пока-пока. Я сейчас пойду еще, кто чем занят, посмотрю. Это тут мы денег там будем отправлять. Телевизор смотрит. Томочка тут спряталась. Том, говори пока. Ничего себе! Прям по воде. София, ты нарочно, ты не так смеешься всегда. Мы еще минут 20 уже будем Софийку укладывать спать. То, что она... Да, она уже спать хочет. Время 9 у нас. София! Смотри, это олень. Олень. Говори пока. Пока-пока. Всем пока, всем до завтра. Да. Смотри, как пожалуй. Ой, бендрюшка. Ой-ой-ой. Завтра в садик. Посмотрим, как завтра получится. А не-не-не. Завтра. Вот
смотри, 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 смотри. Зажлась! Заковыка! Смотри, смотри, смотри. Пойдем.